147 грамм металла, сапфира и керамики, которыми одновременно восхищаются и ненавидят. Это Rolex Submariner 114060 и моя история длиною в 1,5 года, которая на самом деле началась еще в далеком 1953 году. Именно тогда, когда был представлен первый 38-миллиметровый Submariner под номером 6204, положив тем самым начало одним из самых известных и узнаваемых часов в мире. Часы, которые стали героем бесчисленных историй и навсегда завоевали свое место в зале славы. Submariner является одной из составляющей, которая объединяет таких личностей, как Стив МакКуин, Эрнесто Че Гевара, Диего Армандо Марадона, Джонни Депп, Аль Пачино, Дэвид Бекхэм, Джеймс Кэмерон, Джейсон Стейтем, Том Харди, Джек Блэк, Марк Уолберг, Слэш из Guns N' Roses, Эван МакГрегор, Бен Аффлек, Эрик Клэптон, Гордон Рэмси, член экипажа Калипсо Капитана Кусто Филипп Сиру, Шэрон Стоун, Орландо Блум, Мэтт Леблан, сам капитан Жак Ив Кусто, Роджер Федерер, сэр Джеки Стюарт, Мадс Миккельсен, Линдси Вон, Тайгер Вудс, Роджер Мур, Роберт Редфорд. Я очень долго могу продолжать этот список. Уже только тот факт, что эти часы стали выбором столь многих известных людей, заставляет задуматься и обратить на них внимание. Кроме оригинального дизайна и инженерной мысли, есть еще один интересный факт, о котором мало кто знает. Именно Rolex был часами литературного оригинального персонажа Джеймса Бонда в книге Яна Флеминга. Я помню момент, когда я впервые по-настоящему обратил внимание на Submariner. В начале 2000-х я увидел его в глянцевом журнале на запястье человека, у которого брали интервью. Это был Submariner без функции даты 14060M. И тогда я сказал себе, что однажды у меня обязательно будут такие же. Но всерьез над покупкой я задумался лишь спустя почти 15 лет, когда в 2018 году, проходя мимо часового бутика, я увидел стоящим на витрине золотой Rolex GMT Master 2. И в ту же секунду у меня перед глазами всплыла та самая картинка из глянцевого журнала. Всего через несколько минут, без всяких раздумий, я попросил внести мое имя в так называемый список ожидания. Следующее, что я помню, это звонок с незнакомого номера, когда мне сказали, что мой Submariner меня ждет. С того момента прошло уже 1,5 года, и от моей эйфории не осталось и следа. Именно поэтому я хочу постараться с абсолютно холодным разумом проанализировать данную ситуацию и, докопавшись до истины, ответить на вопрос, что же такое Submariner и зачем его покупают. Для этого нужно понимать, что Rolex уже далеко не просто компания, которая просто выпускает часы, а Submariner давно перестал быть просто прибором, измеряющим время. Его принято считать роскошью. И ни для кого не секрет, что само понятие роскоши в целом стало неотъемлемой частью нашей жизни и современного общества. Оскар Уайльд говорил: «Окружите меня роскошью, и я смогу обойтись без всего необходимого». Но что же такое роскошь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать, что понятие роскоши многогранно и очень непостоянно. То, что было роскошью 400 лет назад, сегодня продается в каждом магазине и стоит копейки. А чистая пресная вода, которая бесцельно бежит из наших незакрытых кранов, пока мы чистим зубы, во многих уголках планеты все еще для кого-то означает, что он сможет пережить завтрашний день. Сам Барт в своей работе «Роскошь и капитализм» определял роскошь как все, что не является необходимым. Но ведь понятие необходимого также субъективно. Шуба в центре Парижа – это излишество, которое лишь причинило страдания животным. Но для многих коренных жителей Севера она до сих пор является важным фактором выживания. Хайне подчеркивал, что роскошь – это не просто излишество, но желанное излишество. Берри, Дитон и Мюльбаур отмечали, что для того, чтобы называться роскошью, мало иметь высокую цену. Эту цену должны быть готовы заплатить большое количество желающих, и спрос обязательно должен в разы превышать предложение. Это означает, что определение роскоши существует только лишь в определенных рамках. Но исходя уже из всего этого, можно смело утверждать, что Submariner – это роскошь. Но зачем нам нужна роскошь и что становится причиной ее потребления? Веблен и Бодрияр считали, что главной причиной этому является так называемое демонстративное или символическое потребление, которое призвано подчеркнуть социальный статус. Капферер верил, что роскошь позволяет дистанцироваться,
тем самым принося определенные привилегии. Леви в своей работе «Символы для продажи» отмечал, что каждый продукт имеет определенное символическое значение для отдельного потребителя. То есть, помимо желания выделиться и подчеркнуть социальный статус, каждый из нас преследует еще и личные цели. Я спрашивал себя, какие же цели преследовал я? Безусловно, Submariner является для меня определенным символом. Особенно если учесть отсылку на 15 лет назад, когда я первый раз увидел его в журнале и пообещал себе, что у меня тоже такие обязательно будут. Но еще я искал часы, которые бы соответствовали определенным параметрам. А именно не больше 40 мм в диаметре, невысокие, с надежным проверенным механизмом, с большой и удобной заводной головкой, с достаточной водонепроницаемостью, с микронастройками в застежке, без функции даты, без антибликового покрытия на сапфировом стекле и с возможностью сделать сертифицированный сервис практически в любой точке мира. Как много часов приходит вам на ум, подходящих под это описание? Также я опирался на уже имеющийся у меня опыт, так как у меня было очень много часов разных марок и у меня есть с чем сравнить. За полтора года пользования Submariner'ом на передний план ярко выступило понимание одной особенности. Слово Tool Watch сегодня звучит и тут, и там, но его обозначение иллюзорно и оно словно витает в воздухе, так как каждый понимает его для себя по-разному. Все дело в том, что на сегодняшний день так называемый Tool Watch больше не используется по своему прямому назначению, как это было еще 30 или 40 лет назад. Сегодня его место заняли компьютеры, а Tool Watch носят в офисе. И многие настоящие дайверские часы воду видели лишь только в виде брызг от мытья рук. Стараясь использовать Submariner по максимуму, насколько мне это возможно, я понял, что такое настоящий Tool Watch. Он очень надежен и прост в использовании. Каждое движение выверено и продумано, и после определенного действия у вас никогда не возникает сомнения, закрыл ли я или дозакрутил ли я. Все очень четко и однозначно, именно так, как вы представляете себе настоящий профессиональный инструмент. Приобрести это полдела, но с какими же проблемами или мифами вы можете столкнуться, будучи обладателем Submariner'а? Такой выбор довольно часто осуждается и воспринимается как признак необразованности и некомпетентности. То есть покупка автомобиля за 50 тысяч долларов, который вам нужно будет обслуживать, заправлять, мыть, переобувать и который через несколько лет вероятно будет стоить в половину меньше, ни у кого не вызывает подозрений и насмешек. Но покупка Submariner'а, который за последние 15 лет почти в два раза вырос в цене, который на вторичном рынке стоит на 30% дороже, чем его официальная стоимость, безусловно является самой большой ошибкой, которую мы совершили. Как известно, встречают по одежке. И первое впечатление формируется по внешнему виду еще до того, как человек успел сказать первое слово. Мысли о том, что же подумают о вас друзья, знакомые, да и просто незнакомые вам люди, безусловно имеют место быть. Но исходя из моих наблюдений, практически никто не обращает внимания на то, какие часы вы носите. А если бы и обращали, неужели вы позволите другим решать за вас, что вам носить? Тут, как ни странно, ключевым является именно слово «носить», так как очень много тех, кто, имея Submariner, его не носит, в ужасе перед тем, что появятся царапины или еще того хуже – глубокие царапины. Друзья, ну конечно они появятся, и появится еще много чего другого. Но это не имеет никакого значения, так как абсолютно все не вечно и мы ничего не сможем забрать с собой, кроме наших воспоминаний и пережитых эмоций. Они для нас бесценны, в отличие от всего материального. Наслаждайтесь вашей жизнью и вашими часами, время которой они отсчитывают. Посещали ли меня мысли о том, чтобы продать Submariner? Конечно, посещали, и это абсолютно нормально. Жизнь – непредсказуемая штука, и может так случиться, что наши пути с Submariner'ом разойдутся, о чем я, скорее всего, буду жалеть. Но вот о чем я точно не буду жалеть, так это о том, что осенью 2018 года я ответил на звонок с незнакомого номера.